Да, православная музыка довольно унылая, но тем не менее. Кстати, прямо в храме оказался тренажерный зал. Кажется, я здесь не первый. Похоже, нас всех нужно посадить. Рассчитывать на то, что я приду и сразу же найду там покемонов, как-то тупо, поэтому я решил воспользоваться штучкой, которая называется Инсенс. Она приманивает покемонов, и поэтому мне было проще их найти. Святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше, имени Твоего. Ёб твою мать, красотища какая! Как видите, результаты себя не заставили ждать, и первые покемоны уже в моих покеболах.